Вот такой вот кристалл. Посмотрите, какой большой. Кристалл, смотрите, какой красивый большой кристалл. Это Олеся. Всем привет. На канале Планета Олеся. И сегодня мы делим видео с шариками. Всем привет! Сегодня мы действительно будем делать видео с шариками, даже не с шариками, а с фигурками Орбис. Вот посмотрите, у нас здесь есть всякие разные вот такие красивые фигурки. И сегодня мы хотим попробовать сделать с этими шариками красивое украшение для дома. Мы сейчас их побросаем в воду, и когда они вырастут... Давай, Алис, побросаем их в воду. Подожди, ну давай я ребятам покажу, какие они... Подожди, по одному потихоньку бросай. Я покажу, какие они маленькие были. Посмотрите, у нас есть вот такие кристаллы. А вот есть, смотри, розовый, Алис. Смотри-ка, даже один вот такой розовый. Ой, какой красивый. Вот, у нас есть потихоньку, потихоньку, чтобы они не раздавились, ладно? Давай покажем все фигурки, какие у нас есть. Дай-ка мне кристалл, я уже показала, можешь бросать. Дай-ка мне ракушку. Покажи мне ракушку. Ну-ка. Алиса, аккуратненько, они ломаются, смотри. Аккуратненько бери. Вот, посмотрите, есть вот такие ракушечки красивенькие. Есть синие, есть прозрачные. Дай-ка я покажу прозрачные. Угу. Вот, и всех разных цветов. Прозрачные. Еще ракушечка. А что еще есть? Давай посмотрим. Дай-ка, подожди, я покажу еще малинку, я тебе сейчас дам. У нас еще тут где-то были ягодки такие, малинки. Посмотрите, есть вот такие вот еще малинки. И мы посмотрим, какие они вырастут. На, бросай малинки, я покажу, что есть еще. Ракушки, малинки, кристаллы. И что еще? Вот такая вот. Посмотрите, какая зеленая ягодка, малинка. Зеленая. Вот, и в общем у нас здесь вот их много всяких разных, и мы посмотрим, как они вырастут. Да, давай, бросай их все. Ракушку бросай, все бросай. Так, даже черный там кристалл есть, да? Ты красота всех цветов. Ого, это должно получиться красиво, когда они вырастут, да? И вот так. Все забросила? Ага. Молодец. Ну вот. Молодец. Теперь, как вы знаете, их нужно оставить на сутки или на двое. Мы посмотрим, как они будут расти. И когда они вырастут, мы покажем вам, какое мы придумали сделать украшение. Ну, если оно, конечно, получится, мы посмотрим. Но мы попробуем. Мама, я придумала, какое. Ты придумала, какое? Ну, вот и сделаем, когда они подрастут. И вы увидите, что эти шарики можно не только резать, жарить, бросать с высоты, но можно еще делать из них всякие красивые вещи. Да, Лис? Да. Хорошо. Высоко бросать. Ну, и можно и высоко бросать тоже. Ну, если захочешь, побросаешь. Хорошо, давайте подождем немножко. Всем привет. Всем привет. Вот наши шарики подросли за ночь. За сутки, и посмотрите, что с ними стало. Посмотрите, какие они стали действительно огромные. И мы вам сейчас покажем, что с ними получилось, какие они стали. Давай, Алис, будем доставать и показывать, какие у нас есть. Доставай ракушечку. Ракушечка вот такая. Ну-ка, давай покажем. Посмотрите, какая красота. Вот такая ракушка. Что там еще у тебя? Вот такой вот кристалл. Посмотрите, какой большой. Кристалл, смотрите. Какой красивый большой кристалл. Вот, посмотрите, прозрачные вот такие вот ракушки. Есть еще такой момент интересный, когда прозрачную
когда прозрачный орбис кладешь в воду, он вообще исчезает. Посмотрите-ка. Ну-ка, Алис, смотри. Оп! И все, его не видно. Ты видишь, он стал невидимый. Ну-ка, положи его в воду. Дай-ка я поближе покажу. Где он? Исчез? Посмотри, он исчез совсем. Вот наша ракушечка. Ой, она исчезла. А этот не исчезает, он просто чуть-чуть становится такой более мутный. Вот, подожди, дай-ка я. Подожди, не сюда. Пока не сюда. Дай я покажу, подожди. Посмотрите, он абсолютно и совершенно исчезает. Эти орбисы, они совершенно исчезают. И вот наша ракушечка, она исчезла, ее вообще не видно. Нет, ну это... Ой, что ты сделал? Его и розовый. Смотрите, как будто бы просто какая-то розовая пудра. Ух ты, как красиво, да? Ну, розовая не так исчезает. Она исчезла. Оп. Да, розовая. А розовая немножко поломалась, да, ракушечка? Посмотри-ка. Они исчезли. Смотри, а желтая? Ой. Их почти не видно, смотрите. А зеленая? И зеленая. Зеленая. Вот, получаются такие красивые разноцветные пятнышки. Осторожно, у тебя сейчас уже вода выльется. И вот это, да?